Какие женщины нравятся мужчинам? На что только не готовы пойти представительницы прекрасной половины человечества, чтобы понравиться своим избранникам? Астрологи установили, что по знаку зодиака можно определить, какие женские черты характера больше всего привлекают мужчин. Итак, из этого видео вы узнаете, какие женщины нравятся мужчинам. Мужчина Овен. Ни для кого не секрет, что мужчина Овен – это в первую очередь завоеватель. Для того, чтобы понравиться Овну, вам необходимо его заинтересовать, а после оттолкнуть. Овен мечтает о том, чтобы его женщина была идеальной. Следовательно, во время встречи с ним вам следует всегда быть очаровательной и элегантной. А мужчина – телец. Женский гороскоп говорит, что не нужно прикладывать много усилий, чтобы понравиться мужчине-тельцу. Представителям данного созвездия нравятся скромные домашние девушки, которые умеют вести хозяйство. А вам нужно быть мудрой и в то же время расчетливой. Кроме того, мужчина-телец выберет для себя ту девушку, которая будет безумно его любить. Мужчина-близнецы. А вокруг мужчины-близнецов всегда много поклонниц. Однако в выборе своей избранницы представители данного созвездия проявляют небывалую придирчивость. А близнецам подавая независимую, увлеченную девушку с прекрасным чувством юмора, которая в то же время будет поддерживать все его начинания. А вот только властных и сильных женщин мужчины-близнецы не любят. И именно поэтому поиски второй половинки у них растягиваются на долгие годы. А мужчина-рак. А мужчина-рак по своей натуре очень мечтателен. Очень часто раки еще в раннем детстве придумывают себе образ идеальной спутницы. А в девушках мужчина-рак ищет черты заботливой жены и хозяйки. Для того, чтобы понравиться этому мужчине, вам следует пригласить его на ужин к себе домой. Мужчина-лев. В женском гороскопе мужчины-львы значатся как самые настоящие ценители женской красоты. Для того, чтобы понравиться льву, вам необходимо не только всегда быть в отличной форме, но и проявлять такие качества, как интеллектуальность, воспитанность и умение держать себя в обществе. Мужчина-дева. Мужчина-дева – это прирожденный холостяк. А все потому, что он очень быстро остывает к своим возлюбленным. По сути, в большинстве случаев, как бы вы ни старались подогреть его интерес, спустя некоторое время он захочет остаться в одиночестве. И если вы хотите понравиться мужчине-деве, то вам необходимо стать реалистом. Потому что этот знак обратит свое внимание только на тех женщин, которые умеют трезво оценивать обстановку. Мужчина-весы. Мужчине-весам понравится девушка, которая сможет им руководить, но делать это ненавязчиво. Женский гороскоп указывает на то, что в большинстве случаев этот знак зодиака выбирает себе умных и рациональных спутниц, которые знают, когда следует промолчать, а когда нет. Мужчина-скорпион. Мужчинам-скорпионам нравятся уверенные и самодостаточные женщины. Особых проявлений нежности от представителей этого созвездия ждать не стоит. Скорпионы ухаживают лишь во время конфетно-букетного периода, а после становятся властными ревнивцами. Мужчина-стрелец. Этим мужчинам нравятся женщины, которые обладают яркой внешностью и неординарным характером. Если верить женскому гороскопу, мужчины-стрельцы выберут себе девушку, с которой их будут связывать общие интересы и взгляды на жизнь. Этот знак зодиака отличается высоким интеллектом, что никогда не позволит вам заскучать рядом с ним. Мужчина-козерог. Мужчина-козерог выберет слабую и романтичную женщину. В большинстве случаев она будет намного моложе его самого. Представители этого созвездия таким образом смогут подчеркнуть собственную значимость и мужественность. К тому же этот знак зодиака считается одним из самых верных и надежных спутников жизни. Мужчина-водолей. Мужчина-водолей в женском гороскопе обладает взбалмошным и непредсказуемым характером. Таким мужчинам нравятся женщины, которые умеют за себя постоять.
А вот только влюбить в себя этот зодиак довольно сложно, потому что к самой любви они относятся поверхностно. Попробуйте стать ему другом и любовницей, а уж дальше как фишка ляжет. Мужчина рыбы. Мужчинам-рыбам нравятся красивые женщины. Женский гороскоп говорит о том, что представители этого созвездия в первую очередь выбирают себе спутницу по внешним данным, а уже после начинают ее узнавать. Также для мужчины-рыбы очень важно, чтобы его женщина нравилась его родственникам и была отличной хозяйкой. Конечно, верить в приметы или нет – это личное дело каждого, а мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.